Горожане неспешно вливаются в рабочие будни. А вот у коммунальщиков нет времени на так называемую раскачку. Уборка городских улиц от снега велась все праздничные дни. Вывезено 12 тысяч кубических метров снега. Обильные осадки выпали в воскресенье вечером. Коммунальщики работали всю ночь, продолжили расчистку и днем в понедельник. Днем в основном вся техника работает на тротуарах, это порядка 10 единиц. Также техника работает на трассах, идет патрульное прометание дорог, то есть уборки каши, которая образовалась вследствие выпадения снега. В ночь на вторник в уборке городских улиц будет задействовано 3 бригады рабочих. Сейчас главная задача – вывести из города как можно больше снега. Коммунальщики настойчиво рекомендуют жителям не оставлять на ночь личные автомобили на обочинах дорог. Сегодня провели совещание с управляющими компаниями о том, чтобы они более жестко контролировали работу дворников, потому что не везде еще качественно работают как раз службы, которые обеспечивают расчистку дворовых территорий. В должности главы городской администрации Александр Кузьмичев дорабатывает последние дни. Но именно ему разбираться с жалобами горожан на работу общественного транспорта в праздники. Судя по возмущениям ивановцев в соцсетях, работали перевозчики плохо, особенно в вечернее время суток. Я знаю, что были проблемы с запуском двигателя с учетом некачественной солярки, которая была заправлена, ряд перевозчиков на это обращал внимание. Сейчас это работа по ремонту автодвигателей и, соответственно, проведению уже нормальных работ по обеспечению топливом транспорта, она завершена. Я думаю, что более четко будет работать транспорт в ближайшие дни. Городской комитет по транспорту обещает внеплановые рейды. Перевозчиков проверят на соблюдение графика работы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.